Норм. Видео норм, звука нет. Да, я разрешила доступ к камере и микрофону. Не понимаю, почему нет звука. Все есть. А, все, теперь есть, да? Я просто не вижу даже, где я... В трансляциях меня тоже нет. Я тоже не вижу себя в трансляциях. Ну, в общем, давайте как есть, потом скажете, как это, как что было. Попробую здесь тогда читать вопросы ваши, потому что у меня не настраивается почему-то со второго телефона я не могу себя видеть. У меня не показано, что я иду. Вот, ребят, скорее всего, сейчас так и будем выходить вот в этом формате, что все отлично, все. Без других каких-то сетей сразу же будем выходить напрямую. Вот. Давайте я сразу же вам скажу новости. Вот. Сегодня... Это только сегодня мне пришло. Так уж получилось. Вы все знаете, что я сейчас готовлю марафон по глубинной психосоматике. По глубинной психосоматике он, скорее всего, будет... Сейчас у меня пройдет марафон «Возможности меня». Это, ну, наверное, побольше по нахождению себя. То есть, когда я сдвигаю точки сборки, насколько это возможно, сдвинуть в онлайн-формате. Вот. Он — это один из самых глубоких марафонов «Возможности меня». Он стартует 25 числа. У кого нет возможности приехать на ретрит, то, конечно же, тогда на возможности меня приходите. Вот, это первый момент. Второй момент, после этого будет марафон по психосоматике, он будет 21 день. И это будет тот формат, то точно так же будет 3 дня без оплаты, чтобы вы смогли посмотреть вообще, о чем я там буду говорить, насколько вам это интересно, насколько вам это нужно. То есть я буду рассказывать там такие вещи, как для чего, что наше сердце делает, как посмотреть, что болит, оно не болит, какие функции дает сердце, что происходит на внешнем плане, что происходит с вами в жизни, если у вас там какое-то защемление идет, либо клапан немножечко не так работает. То есть вот про это, про все. Но! Тут я вплотную, так уж получилось. Вы все знаете, что у меня кривые зубы. Вот. И у меня вот эти вот кривые зубы, они стачивают вот эти зубы. Когда я разговариваю, они стачивают зубы. И чтобы не потерять зубы, мне пришлось пойти к стоматологу и проходить... И с ним сегодня как раз мы обговаривали, как ставить брекеты, и там очень много нюансов. Мы с ним договорились, что он прям мне будет все рассказывать, но не просто рассказывать, а он будет мне рассказывать, и я буду интерпретировать это на себя. То есть, оказывается, если по-правильному брекеты поставить, просто так поставить брекеты, их нельзя. Ставят, и брекеты ставят, и вот эти вот прозрачные капы ставят. Но, в принципе, нужно не просто ставить брекеты, нужно снимать полностью делать, я не знаю, как она правильно называется, я вам все расскажу. Что-то типа рентгена, где будет понятно, какой зуб идет к какому каналу. Потому что у нас бывает такое, что канал заросший, из другого канала растут два зуба.
Мы этого не замечаем, нам кажется, что все нормально. Бывает, что канал как из одного канала, один канал свободный, там вообще нет капсулы для зуба. То есть бывают такие разные моменты, и когда брекеты ставят, бывает, вся ваша родовая программа просто поплыла. Поплыла в вашей жизни, которая находится сейчас. И чтобы это максимально полно, максимально корректно рассказать, естественно, я это все буду проходить на себе. Вот, как это работает, откуда это идет, почему у нас так происходит, почему идет вот такая смена физиологии именно челюстного состава, как она влияет, на что она влияет. То есть будет еще вот такой вот марафон. Насколько это будет вам интересно, привет, Оксаночка, вы тоже дадите мне знать. То есть он тоже будет такой массовый, поэтому он будет как бы не малобюджетный, так скажем. Вот. Ну а теперь давайте, ребят, приступим к теме. Пишите вопросы, я постараюсь их здесь вот считывать, если буду успевать, потому что я не могу посмотреть трансляции. У меня в любом случае трансляция завершилась только вот, которая пятиминутная, и все. Остальных трансляций я просто не вижу, чтобы я могла где-то в другом месте читать ваши вопросы. Вот, от себя к себе. Почему вообще появилась такая тема? И она очень актуальна для многих, она даже была актуальна для меня в какой-то момент. И она не просто актуальна в какой-то момент. А мы начинаем это замечать после того, как мы раскручиваем вообще, откуда это пошло. Вот, смотрите, очень много ко мне обращаются людей, и причем таких стало обращаться вроде как, а вот если мы приедем, мы точно пробудимся, а если вот мы вот это, мы точно узнаем себя, если мы вот это, вот мы точно себя найдем. И я вам могу сказать, что однозначно, ребята, вы себя все нашли, просто вам нужно посмотреть, в какой момент вы где застряли, где ваша вот эта гонка за самим собой, где она стопорнула. И что такое найти себя? Это просто повернуться к себе. Но это, наверное, сейчас мне легко это говорить. И многие из вас скажут, да я вот уже там в поисках столько-то лет, и никто ничего мне толком сказать не может. Ребят, толком сказать не может не потому, что у вас что-то не так, не потому, что с вами что-то не так, а потому, что с вами не сработала вот эта вот триггерная фраза, которая вас выбросит на тот момент, где вы захотели убежать от самого себя, чтобы догнать себя. И когда я вспоминала, когда я начинала прорабатывать с собой вот эти моменты, я себя нашла, знаете, в каком моменте? Когда у меня было старшему сыну где-то год, и он у меня, пока мы не переехали за город, он у меня раз в год болел бронхитом. До 3 лет это получается. Вот он в 6 месяцев первый раз заболел, потом вот в год с копейками, и в 2 с копейками он заболел, и мы уже после этого сразу же переехали. 3 раза он болел у меня бронхитом, причем это был не просто бронхит, а был такой бронхит, что он буквально за 3 дня впадал в такое состояние, ребенок, что даже капельницу ему поставить не могли. Потому что вены рвались от высокой температуры. Температуру сбить было очень тяжело, и вот этими всеми народными средствами, но я пробовала, правда, всякие средства, и на тот момент я уже такая была отшибленная маман, что для меня вот прям вот это было важно, вот это, чтобы там никаких таблеток не было, чтобы игрушки были только экологические. Там, ну, в общем, очень много всего перепробовала, но вот это вот раз в год у нас вот случалось, это, знаете, это как будто бы такой укор для меня. Ах, ты такая вся правильная, ну, на, держи, как ты с этой ситуацией будешь справляться.
И у него была все время такая тяжелая температура, высокая температура, что капельницу поставить было невозможно, вены рвались моментально у ребенка. И если кто-то знает, есть в реанимациях такие, он как шприц вот такой вот стоит, не знаю, такая вот у него подставка, и он через этот шприц, она автоматическая, и она так медленно-медленно, каждую долю секунды там растягивает, чтобы впускать маленькую-маленькую каплю в вену, чтобы вену не порвать. Вот. И это идет очень долго, то есть одна капельница, если там обычному человеку ее ставят, она проходит там за полчаса, за минут 40, то здесь вот эта вот капельница, она шла примерно 7-8 часов, иногда доходила до 12, когда совсем сложно. Вот. И представляете, что такое 12 часов, когда ребенок, то есть это получается, ты от него, я, например, от него отойти не могу, потому что нужно держать ручку, нужно его как-то плюс-минус развлекать, чтобы он там особо не плакал, потому что если он начинает плакать, температура поднимается, вены начинают опять рваться. Вот. И вот эти вот состояния, и я очень хорошо отметила вот тот момент, что когда ребенок уже пошел на выздоровление, и я себя поймала на мысли, мы тогда жили очень-очень бедно, я не работала, работал только муж, он работал таксистом, и на тот момент, естественно, не было никаких ни Яндекс.Такси, ничего. Ну, а там как бы, ну, такой заработок был. И я тогда поймала себя на мысли, что я хочу прям все там, вот, там занять денег там, или какую-нибудь там карточку оформить, чтобы поехать с ребенком в какой-нибудь, как санаторий, да, как вот так вот называется, санаторий. И у меня прям было такое дикое желание уехать в этот санаторий с ребенком. И я даже начала там маме говорить, сестре, они говорят, ну как бы если да, то мы, конечно, там не вопрос, все, деньги дадим, как бы дело было не в деньгах. Но потом я себя поймала на мысли, думаю, а что в санатории будет? Что будут делать ребенку в санатории? Что ему, как бы, какие процедуры? И я посмотрела, что таким детям маленьким, им практически такие, которые более-менее экологичные, им процедур таких не делают. То есть там идет все процедуры токовые, как правило. Это электрофорез, это еще какие-то синие лампы, это электрический сон, и вот все в таком роде, которое я, в принципе, отрицала. И тогда, когда я начала разбираться, я понимаю, что как бы я не буду это делать ребенку, но желание до сих пор осталось поехать в этот санаторий. И тогда я думаю, почему я хочу ехать в этот санаторий? И я себя как бы вскрыла, понимая, что мне не сам санаторий нужен был, и мне даже не вот эти ситуации все нужны были, а я, видимо, настолько устала в определенный момент от той ситуации, в которой я находилась, от той своей жизненной ситуации, в которой я находилась, что мне хотелось убежать, сменить место обитания, убежать от всего, чтобы меня никто не трогал. Но на тот момент я была уже с ребенком, естественно, я ребенка не могла от себя отлучить. И вы все, кто меня смотрит, знаете, что я и первого, и второго ребенка очень долго кормила грудью, практически до 3 лет. И я вплоть до того была, что как бы вот куда-нибудь уехать, вот взять его, как бы я не могла его оставить, потому что для меня это кормление грудью на тот момент это было как бы базовой вот этой вот связью между матерью и ребенком. И когда я это поняла, когда я начала вот себя раскручивать, куда я хочу убежать, от чего я хочу убежать, что я там буду делать, что ко мне, какие придут осознания, а когда я вернусь, что со мной будет? Попробую потом поднять вопросы. О, все, я поняла, как вопросы поднимаются, ребят. Все, я сейчас расскажу тогда вам и подниму вопросы, почитаю. Все, поняла, как вопросики читаются. Вот, и когда я начала это вскрывать себе, я поняла, что во мне сыграло, почему я хотела туда уехать. Я хотела именно от себя убежать,
думая, что у меня что-то изменится, какие-то моменты в жизни изменятся. И как только я решила в себе этот вопрос, то сложилась так вся ситуация, что мы переехали за город. И после этого раза у меня ребенок, вот ему сейчас 16 будет, он ни разу не болел. То есть, представляете, это вот он последний раз заболел, ему еще 3 не было. В 2 с копейками. И это получается 14 лет, ну пусть даже 13. Вот за 13 лет он ни разу больше не болел. И это просто после того, как я поняла, для чего мне это нужно было. Это мое было прикрытие даже этим ребенком. Даже не столько прикрытие, сколько как бы неотъемлемая часть меня, и поэтому я хотела убежать. И очень много людей, очень много вас, вы же вот все мое окружение, все те ребята, которые смотрят меня, это. Но на 90% это все осознанные люди, все, которым, ну там для пробуждения осознанность, наверное, это первая ступень к пробуждению, наверное, я бы так сказала, да? Вот вы стоите на этой ступени, и если у вас что-то не получается, что-то осознать, вот как многие говорят, то я считаю, что вот пробуждение — это когда вот у тебя открываются там такие-то способности. Но вы забываете один момент, что мы все абсолютно разные. Абсолютно все разные. Мы вроде бы внешне выглядим одинаково, но настолько у нас внутренний потенциал обширный, настолько мы многогранны, и у кого-то больше выражается одна грань, у кого-то другая грань, у кого-то третья грань. И как только вас вот буквально миллиметр вас сдвигаешь с той точки, на которой вы находитесь, буквально миллиметр вам показываешь, и вы понимаете, что есть вы. И когда вот до вас это доходит, у вас открываются такие моменты, у вас открываются такие таланты, у вас проходит, просто вы как под одеялком лежите в своих сомнениях. Вы боитесь идти в определенные моменты не потому, что у вас этого нет, не потому, что у вас это не получится, а просто потому, что вот этот вот страх неуверенности в себе, он просто обволакивает. А что такое страх неуверенности? Это же великолепное чувство, мы про него с вами рассказывали, да, разговаривали. Когда ты не уверен в себе, ты начинаешь, там тебе кто-то говорит, ну, иди, смотри, как ты классно рисуешь, иди рисуй. Ты такой, да чё я вот классно рисую, вот другие вон как рисуют, да чё там я рисую, я медленно рисую, да что я рисую, сейчас не актуально то, как я рисую, в каких там, в каких техниках я рисую. И это же говорится не для того, чтобы, что это есть действительно так, а это говорится для того, что когда вы снимаете свой пласт, один из пластов верхнего подсознания, вы же что просите? Ну скажи мне, что я молодец, ну скажи мне, что я это могу. Но кто лучше вас знает, что вы это можете? Ведь как бы кто другой не начал говорить, что вы это можете, кто бы другой не начал говорить, что у вас это есть, у вас это заложено, вы никогда ему не поверите, вас никогда не перещелкнет вот это, пока вы сами не скажете, блин, да я это могу. Пусть это будет неделю, я это могу. Но за эту неделю ты четко понимаешь, что я могу это сделать. Да, через неделю это может быть неинтересно, но за эту неделю ты начнешь чувствовать себя. Так, это неинтересно, что мне интересно? И тогда тебе не нужно будет искать себя где-то там. Ты всегда будешь находиться в самом себе. Не будет так актуально, куда уехать. Ты уже будешь под себя подбирать то место, где ты будешь жить, находиться, либо какое-то время проводить. Не потому, что ты хочешь убежать и посмотреть, как ты себя там будешь чувствовать, а потому что ты понимаешь, что на данный момент, например, твоему физическому телу там хорошо. На данный момент, например, если у кого-то там большой круг друзей, что тебе с ними там будет комфортно что-то делать, какие-то проекты развивать. Но ты тогда будешь ориентироваться уже только на себя. Не на то, что я туда поеду, потому что, а на то, что я туда поеду, потому что я с собой поеду. Мне с собой всегда есть.
что, что сказать. Мне всегда с собой есть о чем поделиться. Мне всегда есть в себе, что найти что-то новое. И это вообще про другое. Это не про то, что скажите мне. Это не про то, что нравится ли вам, что я делаю. Это про то, что мне нравится это делать. То есть у меня на сегодняшний день мне нравится с вами делиться, какой у меня образ жизни, к чему я пришла. Это мне нравится. Но есть люди, которым не нравится, что я рассказываю. И они высказываются очень жестко, очень грубо в мою сторону. Но это их выбор. Это их реакция на то, что они не принимают в себе, на то, что они не принимают во мне, пусть даже во мне. И они имеют право на эту реакцию, и это прекрасно, что я могу эту реакцию видеть. Это прекрасно, что вокруг меня есть те люди, которые могут мне сказать, вот у тебя вот это вот говно. И я буду думать, да, есть, значит, такие люди, думаю, а почему он так сказал? То есть я не буду туда глубоко уходить, потому что это не мое, это всегда его. Но всегда вот это вот вытащить, а что ты, что, почему, почему ты так отреагировал, почему ты меня смотришь, почему тебе все-таки интересно меня смотреть, это же не для того, чтобы сказать, что я такая, а почему ты хочешь на моем фоне выглядеть лучше, почему именно на моем фоне? Что тебе мешает сделать так, чтобы там сказать, чтобы там мне какой-то урок дать, да, мне какой-то дать момент, чтобы я через тебя продвинулась. Почему ты хочешь меня вниз опустить? Не то, чтобы я через тебя продвинулась. Это же здорово. Это же круто, когда каждый продвигается. То есть я сейчас понимаю, что у меня, что моя сейчас, мой образ жизни, моя работа, мое все, мое вот это вот, мой быт, он нацелен на то, чтобы исследовать себя. Да, так сложилось сейчас, что я, мне это интересно. Я прекрасно понимаю, что многие не могут себе этого позволить, потому что у кого-то работа, семеро по лавкам, там еще что-то. Но они тоже хотят себя узнавать, но вот у них не получается это. И именно поэтому я делюсь, но у вас получается что-то другое. И именно поэтому вы со мной вот этим делитесь. И когда вот этот идет энергообмен, то ты понимаешь, что у тебя идет энергообмен от себя к себе. Понимаете тоже, как это происходит? То есть вы каждый, каждый, кто меня смотрит, каждый, кто со мной взаимодействует, это вы все то же самое, что и я. Сознание, оно едино, а сознание у каждого свое. И когда мы через осознание приходим к сознанию, тогда у нас уже нет вот этой вот позиции дележки. Нет позиции, что кто выше, кто круче, кто еще что-то. Нет позиции конкуренции. И мы с вами, у нас уже был эфир, да, мы говорили, что конкуренции вообще в принципе не существует. Давайте, ребята, почитаю вопросы. Так. Звук есть, звук появился. Так, хочу стать автономом, но не могу отказаться от кириешек с сыром и ветчиной. Ну, клево, кушай. Не можешь отказаться, значит, кушай, почему-то я должна отказываться. Зачем идти через «не хочу»? Рано или поздно все начнут питаться, все начнут питаться. Была такая Зинаида Баранова, много лет не ела. В итоге начала питаться очень быстро и сильно сдала. Вся эта тема с автономией больше похожа на эгрегор. Ребята, тут я вам вообще про автономию уже давным-давно не говорю, во-первых. А во-вторых, мы очень, многие очень любят рассуждать то, что вот вам, вот у нее была вот такая жизнь, да? Вот, ну вот такая вот. Вам вбросили вот такую вот крупинку, вы зацепились за эту крупинку и начинаете додумывать все, что было. Вы же ее не знаете. Я общалась конкретно с теми людьми, которые жили непосредственно с ней, которые дружили с ней, прям дружили как подруги много лет. И там та ситуация, которая до вас дошла, это вот такая вот крупинка, чтобы вам дать ее, чтобы вы начали мусолить, и чтобы сказать, туда не ходи, там ай-яй-яй. Ведь это все для чего-то нужно. А вы вот это вот выцепив, делаете свои выводы. Зачем вам вообще кто-то? Почему вы на себя не ориентируетесь? И при чем здесь вообще автономия? Но я же, когда с вами общаюсь, я же вас не начинаю, а что ты ешь? А сколько раз ты в туалет сходишь? А какой у тебя стул? Ну-ка расскажи. Твердый, мягкий, кашеобразный, а какого цвета?
Но это же, ребят, это бред. Мы с вами говорим об осознании. И вот когда у вас приходит вот это вот осознание, сознание, то вот эти вот вопросы банальные о какой-то вот этой вот автономии, у вас они отпадают. Вы даже не понимаете, чем отличается автономия от бритарианства, от солнцеедения, от праноедения. Вы даже эти моменты не можете распределить, чем они друг от друга отличаются. Зачем вы о них говорите? Придите к себе, и тогда вы будете понимать, что вам нужно. Причем здесь что было у нее? У нее это было. И это очень круто, что она настолько все-таки она яркая, настолько она зацепила, что ее уже нет, а вы до сих пор мусолите. Представляете, насколько она глобальна? И насколько вы маленькие по сравнению с ней, насколько вы маленькие и ничтожные по сравнению с самим собой, что вы не думаете о себе, вы думаете о ней, вы не задаете мне вопросы, а что мне сделать, чтобы было вот так вот у меня? Вы говорите, а они сделали, поэтому другие будут вот так-то. Вообще, к чему вы это? Все есть я есть сознание. Ну, немножко не так. Все, что вы видите вокруг, это все ваше. Когда поймете это, станете хозяином. Ну, это уже рассуждение, да? Смотрите, ребят, есть еще такое, особенно когда, вот, например, приезжают либо на глубокие марафоны, которые проходят ребята, либо когда приезжают на ретриты, первый день — это умничество. Это прямо философская, там прочтение книг. Я вот иногда сижу и смотрю, и думаю, блин, ребят, вы такие умные, это не стёб. Это реально так. Это прям вообще, вот сижу и думаю, это ж надо столько прочитать книг, это ж нужно столько переосмыслить, это ж нужно вот это вот все раскрыть, что от чего идет. А чувствования нет, а найти себя вы не можете. Вы настолько, и смотрите, есть знание, а есть информация. Вот человек становится знанием, когда он становится полой трубой. Он есть знание, через него проходят знания. А есть информативный человек. Это тот, который вот как ходячая энциклопедия. У него чего не спроси, вот он тебе все по полочкам расскажет. Но как только возвращаться к себе, ему говорят, а ты-то кто? И он начинает, я есть сознание, я хозяин жизни, а что ты чувствуешь-то, ты где? Обратно его к этому вопросу. И в результате понимаешь, что человек-то он не понимает, что я есть. Он знает только то, что вот этот сказал, это логически похоже. Значит, вот это вот из этой логической похожести я вот это возьму, из этой логической похожести я вот это возьму. А чувствование, ощущение отсутствует. Есть только ум. И он классный ум, он же нам помощник огромный. Но вот это вот ощущение, чувствование через ощущение, ощущение через чувствование пройти через вас не может, как током пробить через вас не может. Есть только голову там, знаете, как это, от уха до уха 15 сантиметров, вот там вот мысли, чух-чух-чух-чух-чух. А когда тебя спрашиваешь, а что-то, когда у тебя бывает, что останавливаются мысли? И все, и там видно, что там в глазах дальше пошли вот эти вот субтитры. Вот не про умничество, я же вам все-таки, я вам хочу это, как мне кажется, вот я не умная в этом, тем более в этих вопросах, про которые вы знаете больше, чем я. Я далеко не умная в этих вопросах. И поэтому я пытаюсь вот в те внутренние состояния, те чувствования, ту глубину, которая вам передать через какие-то жизненные ситуации, через какие-то простые такие вещи, через элементарные, которые вы можете посмотреть на себе, применить, сказать, да, вот это вот похоже. И когда вы начинаете вот это вот как бы мерить, вас начинает выстёгивать, вы начинаете понимать, что происходит. Конечно, это через экран сложно сделать, да, конечно, это когда ты лично, то уже ты понимаешь, куда тебе вести человека. Ты понимаешь, где он начинает срываться, и ты его раз обратно в его воронку, и там уже срывов ноль.
каждому свое, да, у каждого свой опыт. Конечно. И он очень индивидуальный. Как бы мы ни говорили, что все мы похожи, у нас очень индивидуальный опыт. У нас действительно очень индивидуальный. И если, например, там одному человеку много-много раз говоришь там вот про вот это, и он может еще 10 раз этих вопросов задать, то другой просидел, послушал, думает, блин, как я вообще раньше? Ведь я же это слышал миллион раз. Но вот почему раньше вот у меня не было вот этого осознания, вот этой вот, вот этого слова, вот этой фразы? Вы поймите, буквы-то все одни и те же. Мы пользуемся одними и теми же буквами, мы их просто по-разному составляем в слова. А слово — это как вибрационное, как вибрационное ДНК слово. И когда ты общаешься вживую с человеком, ты начинаешь вплетать, ты начинаешь в его вот эту вот воронку, в его энергетическую структуру, в его световую базу, цветовую базу, начинаешь вплетать то, что ты говоришь. И когда ты смотришь на него, как оно вплетается, и когда ты начинаешь вплетать, то тогда он понимает, что он начинает, его просто вот начинает как будто бы как разрывать. И вот эти вот, которые осознание с ним происходит, мозг просто начинает там все там, начинает просто рушиться. И вот это вот состояние нужно очень четко словить, чтобы он не ушел обратно в себя. Его нужно было как будто бы вытащить оттуда, выгрести. Почему вы считаете, что нет чувствования? Почему? Я только и говорю о чувствовании. Конечно, самадхи пока не словил, но если завтра к Богу на свидание, то хотя бы понял, что я не просто биологический скафандр, это хорошо. А, почему вы считаете, что у вас нет чувств? Нет, я никому не дала оценку. Я никому не даю оценки, ребят. Я просто говорю те моменты, которые я вижу, и я вижу. Это мое сугубо мнение, вы можете с ним вообще не соглашаться. Оно может вообще с вами никак не резонировать. Просто я говорю так, как я вижу. Если вас это цепляет, то посмотрите, почему вас это зацепило. Откуда это идет? Ведь сейчас очень... я бы, наверное, даже так сказала, что сейчас не очень... не все так просто давать информацию. Вот. То, что я вам сейчас даю знания, это мои знания. Для вас они переходят как информационный портал. Пока вы их через себя не пропустите, они вашими знаниями не станут. И сейчас очень много моментов, их действительно много, которые начинают уводить вас от себя, уводить через страх, уводить еще через что-то. И делают акцент на каком-то, на сторонних вещах. И многие... Например, даже в нашей с вами вот как она, в нашем с вами круге, да, так сказать, там тоже очень много увода. Там начинают, вот ко мне приходят и начинают, а как мне перейти на автономию? Ребят, я уже давным-давно говорю, что дело не в автономии, дело в осознании. Как только вы осознаетесь, другие процессы у вас начинаются, абсолютно другие, которые не касаются еды, не касаются еды. Неважно, едите вы или не едите. Это то же самое, что когда вы, вам нужно повешать картину, вам нужно, чтобы картина висела. Что вы будете делать? Эта картина может висеть разным. Ее можно приклеить на клей. Ее можно там, не знаю, там подвешать на потолок. Ее можно забить гвозди. Но вам кто-то сказал, что вот можно, весь молоток, он забивает гвозди. И вы начинаете ходить и искать молоток. Вам говорят, как бы, да там стена-то такая, там молотком-то никак не сделать. Ты не получится молотком. А ты ходишь и дальше ищешь этот молоток. Тебе говорят, так там проще, вот там, смотри, вот там вот ниточки, вот там вот все висит в определенных, в рамках вот это вот. Нужно просто рамку, чтобы повешать на ниточки. Там гвоздем не забьешь, молотком не забьешь. А вы дальше продолжаете ходить искать молоток. Где бы взять этот молоток? И это из этой же серии. Это вообще про другое. Через осознание. Когда вы идете через осознание себя, появляются у вас другие процессы в вас.
И они более глубокие. Это не поверхностное состояние, какой водой вы моетесь, каким гелем для душа, я не знаю, там, с каким составом вы носите одежду. Это уже про другое, это про более глубокое, про более глубинное идет. И там уже другие процессы идут. Другие процессы идут. Если вы внутри у себя начинаете поднимать вот эти вот это все, что у вас идет изнутри, все, что у вас идет, все, что вы начинаете чувствовать, и не просто чувствовать, а когда вы уже начинаете работать с собой как с телом, с собой как с душой, с собой как с духом, когда вы поднимаетесь на уровень духа, то вы тогда можете внутри себя точно так же все перестроить. Это уже про другое, это уже не рамка, в которой вы находитесь. Мысль превращается в буквы, но им тяжело что-то донести. Вот телепатия — это как бы прямая мысль, но и там нужно восприятие резонировать. Ребята, телепатия, вы смотрите, телепатия же многие что думают, телепатия. Вот, например, я говорю, это телефон. И ты знаешь, что это телефон. И вы думаете, что телепатия — это когда я тебе не говорю, что это телефон, а просто как бы тебе транслирую внутрь тебя, что это телефон. И ты такой, о, это телефон. То есть вот речь, которую мы говорим, это... она транслируется. А по факту телепатия – это про другое. Это не этот телефон, а то, что есть в этом телефоне, вот эти вот, ну, грубо говоря, там файлы, вот это телепатия. Это когда я тебе вкладываю внутрь тебя ту информацию, которая в тебе начинает раскрываться по мере твоего созревания. Вот это телепатия. А то, что мы там можем общаться друг с другом, там какого цвета ты купил носочки и как долго варить пельмени, если они всплыли, это не телепатия. Это, опять же, увод самого себя от себя. Это так сказали, а кто-то в это поверил. Телепатия – это когда на определенном уровне в меня вложили информацию на клеточном уровне про клетки. Если бы мне ее рассказали, то я, не понимая, что это такое, я бы ее никогда бы даже не словила. Но она во мне началась распаковываться по мере моего становления, моего внутреннего взросления, моего внутреннего пробуждения. Она начала распаковываться. Это то же самое, что, например, 11-классник и первоклассник, да? 11-классник, например, спрашивает, он знает, не знаю, там, высшую математику или там какая там математика, а первоклассник не знает. И вот как бы 11-классник ему не рассказывал первоклашке, он будет говорить, что ты мне вообще тут говоришь? Но он еще не готов к той информации. А можно вложить эти знания, они тогда распаковываются максимально быстро, и там уже не нужно проходить вот эти вот моменты. То есть мне не нужно было изучать там квантовую физику, химию, какие-то биологические процессы, которые бы у меня заняли там несколько лет. Мне нужно было просто идти внутрь себя на распаковку тех телепатических знаний, так их назовем, которые в меня вложили. И это про другое. Вот что такое телепатия. Это то же самое, что, как говорится, телепортация. Что такое телепортация? Ну, это пройти через стену. Ну, обойди эту стену. Это тоже не про это. Но у нас с вами тема не про это. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет, то тогда как-то я, наверное, буду пробовать завершать эфир. Я даже не знаю, насколько я смогу его сохранить. Получится ли у меня вообще сохранить его. В конце пути познания себя вы узнаете, что вы атман. После этого конец игры. А после конца игры что будет? Новая игра. Благодарю за то, что делитесь своим опытом. Спасибо, Оксаночка. Все, ребят, давайте буду пробовать завершать эфир.
насколько у меня это получится. Всех благодарю, что были со мной, что слушали мои очередные высказывания. Очень приятно, что вы смотрите, слушаете и задаете вопросы. Всех благодарю.